Давай, чтобы не разбиться, блядь. Вольво? Вольво. Вольво. Дайте мне сесть за эту Вольво, я ему жопу натяну. Я сейчас будет заебись. Ну идем мы наравне. А чё ты старт вафлишь? Ну, блядь. Так, снова влог. Punches and bunches, punches is thrown until you're frontless. Oodles and noodles, bang bullets at suckers' noodles. Last album, Voodoo, proved that we was fucking brutal. I'm talking crazy, half past the clock is cuckoo. You rappers doodle, baby shit, just basic boo-boo. I'm talking Voodoo, Massa Musa, my money buku. My beats is banging, fuck what you rapping, who produced you? I slap the snot, take what you got and run the juice. Ну съебались! Ну тебя ж, блядь, не хватало на своей Хонде тут. Че третий, блядь? Макс, что за Вольво? Хорошая. Хорошая? Вор! Пошел нахуй с моей машины! Ты уебок, блядь! А че зеркала серые? От Форда снял? Это типа интересно, да? Снял крышку. Все равно неинтересно. Может тут что-то интересно? Ай, блядь. Тоже неинтересно. Блядь. Может, у конкурента есть что-то пиздатое? Мне кажется, здесь дурацкое солнце. Еще все проще, нечего вообще. А чего вы хотите про них рассказывать вообще? Же бесполезные машины. К жопу возить. Серый. Мне кажется, это полная хуйня. Серый. Нет плана. Ты мне показал распечатку. Пацаны соберутся, будут дубасить, будут рассказывать планы на будущее. Что за тачки, челленджи. Давай заходи в кадр, как никто не заходил. Вот так точно никто не заходил. Всем привет. Сегодня у нас в нашей передаче... В мире животных. Сука. Сегодня планируем подубасить на Вольво. Вот у нас первый владелец Вольво. Второй владелец Вольво. 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 Готовы дубасить? Нет. Почему? Ну, нет сцепления, нет тормоза. А чё приехал? Подубасить. Серый, хуйня какая-то. Хуйня какая-то. Давай следующего, блядь. Все понятно, снимай. Что делал с машиной? Капиталил двигатель, подвеску. Сейчас она полностью в идеале. Занимаюсь внешним видом. Своим? Да, очень эффектно. Покажешь ему выхлоп, какой нормальный. Сколько ты отдал за выхлоп? 250. А что там сделали? Трубу протянули от двигла до конца, прямоток, там вообще полный фарш. Просто труба — это полный фарш. Ну-ка давай, чтобы не разбиться, блядь. Стартанул я раньше стартанул. Ты раньше стартанул. Лоханулся. Кто-то раньше стартует. Да, я говорю, я лоханулся. Это страх. Заезд номер два. Ну идем мы наравне. Старт, старт. Старт я делаю лучше. Скилла побольше, согласен. А чё ты старт вафлишь? Ну, блядь. А ты дайте сейчас... мне сесть за эту Вольво, я ему жопу натяну. Я опять? Серый, сядь за руль быстро. Все будет заебись. На третий сигнал, заднюю нахуй. Стой. Я думал, что такое. Дебил. Я был уверен, что я в первый. Я, походу, знаю, в чем прикол, но ты его делаешь. А у тебя антибукс выключается? У меня выключается. А что ты его не вырубил? А надо было. Блядь! Еще раз! Ну выруби, чтоб лампочка не горела. Зажми ее, блядь. Ну вот сейчас им пизда будет. Эй. Ты задний врубил. И сейчас им будет пиздец. Сейчас вы пометите, что это.
Ой, пиздец, запах, конечно. Мне кажется, они перегрелись. Пиздец. Короче, перегрели тормоза на Вальвасе. Так что они просто горят. У них просто идет дым. Че, ребят, серьезная банда, короче. Так, на Volvo разломался тормозной диск. Это раз. Во-вторых, со второй Volvo нету никаких проблем. Она дожила. Нужно побольше ухаживать, да, Макс? Попадос на тормодос. Какие планы по Volvo на следующую серию? Ну что, меняем выхлоп, ну, то есть режем выхлоп и меняем степу и тормоза. Всем пока. До встречи. Всем пока. До встречи. Вы понимаете, что мы всю улицу оккупировали? Ну, нормально, для 150 едет.